На встрече с Евгением Первышовым Вениамин Кондратьев пожелал градоначальнику успехов на новом месте. Напомнил, что работы в Краснодаре будет много. В первую очередь это внесение изменений в генеральный план краевой столицы. Краснодар и краснодарцы, поверьте, где-то долго ждали. И я надеюсь, они дождались того мэра, который сможет повернуться лицом и к проблемам, и к краснодарцам. Надеюсь, что то, о чем мы говорили, это зеленые зоны, скверы, парки, это детские сады, школы, поликлиники, спортивные площадки, однозначно будут множиться в нашем городе. А то, что мы имеем, я имею в виду в части зеленых зон, однозначно сохранены. Ваша принципиальная позиция во многом позволит сегодня устранить те недочеты, где-то ошибки прежнего руководства. Власть должна уважать жителя, каждого жителя города, как и каждого жителя края. И еще очень важно, я бы хотел вам сказать, чтобы в своей работе вы руководствовались в первую очередь общением с населением, с горожанами. Нужно спросить у них, нужно ли им то, что сегодня власть пытается им предложить или для них сделать. Открытость власти – это тот приоритет, который мы будем на сегодняшний день ставить, наверное, на первое место для того, чтобы реализовывать те задачи и программы, которые городу Краснодару нужны. Если мы не сможем объяснить тот или иной проект нашему населению, то значит этот проект у нас не будет принят, и мы его не будем декларировать и реализовывать. Второе, самое главное, конечно же, это план развития самого города Краснодара, его стратегического развития. Не на год, не на два. Мы этот план должны разработать на десятилетия. Должно содержаться не только развитие градостроительной деятельности. В этом стратегическом плане должна содержаться и экономика города. Главный, наверное, будет результат, когда вы сможете доказать, что ваши слова, в том числе и на встречах с горожанами, не разойдутся с делом. Евгений Первышов стал новым мэром в Краснодаре впервые за 12 лет. Спасибо.